3 декабря губернатор Игорь Руденя представил коллективу Министерства здравоохранения Тверской области нового главу ведомства Сергея Козлова. Решение о его назначении на должность было принято днем ранее на заседании регионального правительства. Глава региона отметила, что коллектив областного Минздрава знает Сергея Козлова как высокопрофессионального врача и руководителя ведущего медицинского учреждения нашего региона. За то время, пока он занимал должность главврача, областная клиническая больница стала флагманом Тверской медицины. Также губернатор поставил перед новым министром ключевые задачи. У нас с вами очень серьезные задачи, мы об этом говорили. Задача номер один, конечно, текущая работа. Коронавирусной инфекции. Задача номер два – это кадровое обеспечение. Третья задача – это вертикаль скорой помощи. Четвертая – это очень важная для нас, для всех, приведение в порядок нашего имущественного комплекса, то есть инфраструктуры здравоохранения. Это строительство новых, реконструкция и реновация действующих.